хочу показать, как внутри выглядит четырехгодовалый Cold Steel Kudu. Вот в каком состоянии второпластовые шайбы, тонюсенькие, вот в таком. Вот это осевой, вот так вот на нем наросты. Ну, тут бешеное количество фиксатора было, просто бешеное. И вот как выглядит пята клинка. Тут есть и ржавчина, и грязь, и все что угодно. Моя ошибка была в том, что я... Да, вот это кольцо проржавело до такой степени, что ну просто не представлялось возможным его дальше использовать, я поставил новое. Ну и дальше меня одолевают сомнения, а хочу ли я, по большому счету, сохранять вот этот вот механизм открывания, ужасный, просто ужасно тугой. Есть у меня мысль сделать так же, как многие люди тюнингуют свой Kudu, как они отпиливают вообще вот эту штуку, здесь чуть-чуть это дело как бы сносят, спиливают, и получается нож, который открывается, закрывается как slip joint. Вот, в принципе, это, ну, как сказать, довольно любопытная мысль, еще не решил, буду я это делать или нет, на самом деле, может быть, и не стоит, но эту возможность рассматриваю. Для начала его надо в любом случае вычистить и привести в чувство, потому что этот несчастный как бы много мне прослужил, но, так сказать, как показывает практика, очень уж из-за этого натерпелся. Вот, посмотрим, как будет и что, вернусь к вам. Решил я, что смысла в псевдотюнинге никакого нет, я просто очистил полностью нож, помыл его как следует насквозь, что называется, убрал лишнюю дрянь с осевого, вот, осевой, конечно, тонюсенький, почистил шайбочки, и сейчас сделаю следующее, я просто капну на каждую из них масло. Я слабо себе представляю, как можно Kudu на самом деле собрать. Сейчас объясню, почему. Потому что он так странно сделан. Здесь минимальный зазор. То есть сейчас нужно как-то запихнуть туда клинок. Так, чтобы шайбы особо не съехали. Вот. Ну, попробуем. Не знаю, как это делать. Я думаю, что надо вставить какой-то расширитель в рукоять, иначе ничего не получится. Вот. В формате расширителя даже не знаю, что использовать. Попробую использовать отвертку, скорее всего, которой это все делалось, разбиралось. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Нет, отвертка не подходит. Сейчас вернусь к вам. Так, я взял банальный шестигранник, на который можно надавить и, собственно, получить некоторое подобие рычага, что, собственно, помогает вроде как. Вот. Единственная сложность заключается в том, что надо это все равно как-то довести до логического завершения, а пока не за что зацепиться, чтобы передвинуть шайбу. Надо их чем-то проталкивать. Посмотрим, туда. Поможет ли просто листик бумаги. Так, сначала продвигаем сам клинок. Теперь пытаемся продвинуть шайбу. Ну, шайбы вообще тут намертво сидят и вообще ничего не хотят делать. Абсолютно никакого движения. Клинок-то я на место поставил. Но вот шайбы, это будет то еще развлечение, конечно. Так, ну вот одну шайбу я, кажется, поймал. Да, одну шайбу поймал второпластовую. Следующую пока нет. Нет, другую пока не поймал. Пока временно поставлю с этой стороны осевой. Пробую нащупать шайбу. Ой,
Тяжко это все, конечно, дается. Ножичек, мягко говоря, странный в плане сборки. Просто очень странный в плане сборки. Короче, если что, у меня кто-то будет заказывать куду, надо будет заранее знать, что надо попросить вдвое большую оплату, потому что, ну, это что-то нереальное. Кто бы мог подумать, что куду такая заморочистая вещь в сборке. Так, ну, кажется, готово. Теперь, я так понимаю, надо оттянуть замок. Так, эту штуку можно вытащить. Надо оттянуть пружину замка, чтобы сивой вставился. Ножу еще, все еще что-то мешает. О, теперь ничего не мешает. Наконец-то запихнулся. Я думаю, что я срезал маленький кусочек шайбы. Это небольшая проблема. Это, я думаю, не очень страшно. Так, ну что ж. Теперь попробуем собрать это чудо-юдо. Да, Cold Steel, конечно, вообще не заморачивался с ножом. Абсолютно они не заморачивались. Но это, в принципе, понятно. Нож очень бюджетный, как бы смысл заморачиваться. Но все же, ну хоть чуть-чуть, хоть капельку бы заморочились. Так, тут осевой двойной, поэтому затягиваться это все будет сейчас. Покажу как. Вот так. Нет, так тоже не получится. Придется уложить. Действовать с двух сторон следующим образом. Сейчас покажу. Тут подтянуть-то его надо всего ничего на самом деле, потому что он и так не люфтит. Все не люфтит, ничего. Даже клинок по центру. Удивительно. Ну вот, куду приведен в чувство. Симпатичный, красивенький, но туповат, потому что это самое, ну, в переточку пойдет. Сначала механика, потом заточка. Так. Куду вообще нож прикольный. У меня есть про него видео, и все, что в нем сказано, до сих пор справедливо. При его теперешней возросшей цене, конечно, это уже не настолько круто и супер бюджетно, но все равно крупный клинок, небольшой вес, прочный замок, да, не очень удобный в обиходе, но все же странное гремящее кольцо, но с другой стороны достаточно простой и дураково-устойчивый нож, ну, кроме момента закрывания. Хорошо, что получилось, потому что нож многое со мной прошел, и хотелось бы, чтобы он чувствовал себя получше. Надеюсь, было интересно, что вы думаете об этой модельке, и как она у вас, скажем, проявила себя, да, со временем. Есть ли какие-то проблемы, детские болезни? Я первый раз разбирал куду, еще никто мне не приносил, но я думаю, все в основном такой бюджетный нож обслуживают сами. Пишите в комментариях, интересно почитать. До новых встреч в интернет-эфире, услышимся.